Дан. Наверное, горный великан это слабая карта, это слабая карта. Но это не очень хорошая карта, но... Для Варлока, наверное, единственного класса, который действительно неплох с этой картой. Давайте мы даже тирлист глянем. Где? Секундочку. Я же говорю, 10-я винда, она мне столько вот таких вот гадостей, гадостей преподносит. Одно что-то начинает не работать, другое начинает не работать. Хрен его знает. Всю жизнь работала, не работает теперь. Так и хотел. Не по своему желанию так получилось. Так. Не хочет работать. А если так запущу? Угу. А так она будет работать, правильно? Будет работать и так. Ну, значит, мы не смотрим тирлисты сегодня. Я не знаю, что я должен сделать для того, чтобы оно заработало. Да, в общем, здесь легкий горный великан. Далее Даркарин Дворф тоже легкий. Боец арены собирали сокровищ, худшая карта. Боец арены неплохо, переполняющая мощь неплохо. Наверное, Повер и Ронанг я немножечко больше уважаю, чем бойца арены. Да, пожалуй. Тихонатор хороший, неплохой такой таунт. Одержимый, значит, крестьянин для начала, для старта. Жуткий инфернал поинтереснее, чем Йети. Потому что демон. Запрещенный ритуал лучше, чем защитник света. Учитывая Power Wang, Даркарин Дворфа. Танк-паук легко. Кракен. Ну ладно, лучше, чем две другие карты, явно. Значит, это кровь древнего плохо. Рыцарь крови, наверное, лучше, чем Сквернобот. Потому что мне не кажется такая быстрая колода для Сквернобота. Я лучше Рыцарь крови возьму. Да, мне кажется, это более правильная карта. Болотный ползун. Очень сильный таунт. Еще один психонатор или грязевик. Психонатор я уважаю больше. Да, наверное, возьму психонатора. У меня реально кажется колода очень тяжелая, очень такие с кучей таунтов. Лучше возьму его. Hellfire. Ну, теперь мне желательно двойки набирать. Да, черный археолог отличный старт для двоек. Ну, ладно, давай тебя. И еще один танк-паук. Древний исцелятор, две другие карты, ужасно. Зоблин ловец намного лучше, чем собиратель сокровищ для варлока. Ножок души и ремовал. Быстрый. О, вот это трудный выбор. Значит, худшая карта авантюрист, ее я брать не буду. Хотя и она неплохая, условно. Заступница Синдарай или командир авангарда. По умолчанию намного командир авангарда лучше. Намного. Но. У меня есть очень толстые ребята, и у меня, значит, мало двоек. Мне нужны двойки какие-то. Плюс давать таунт... Ну, то есть, в очень долгой игре я, по идее, должен выигрывать. Поэтому, скорее всего, будет заступница. Да, она мне важнее. Я возьму ее. Священница Синдарай.
Драгоценный скоробей или демон бездны? Интересный выбор. Значит, демон бездны хорошо сочетается с священницей. Драгоценный скоробей... неплохо, но, наверное, демон бездны будет поинтереснее. Да, Имганг Босс классная тройка. Shadow Bolt неплохо. Там много что можно, конечно, драгоценного скоробея достать. Не, я предпочту, опять же, быструю такую карту. Бритер из Прибамбаска, я думаю, должен быть неплох в моей колоде. Я возьму его. Кабанчик тоже неплохо, но не. Жуткий инфернал Ликтлена. О, вот это трудный выбор. Наверное, Ликтлена. Да, я возьму его. Вулканический дракон, либо силовой танк. Силовой танк поинтересней. Мне кажется. Предпочтем его. Имганг босс очень-очень простой. Жуткий инфернал, наверное. Значит, член совета неплохой сам по себе, но... но. Ну, не так много таких рассыпающихся ребят. Конечно, у меня есть запретный ритуал, это очень здорово. Но у меня, в принципе, неплохо все с тройками. Инфернал это какой-никакой АУЕ. Давай, возьмем его. АУЕ, либо командир авангарда. Мне, в принципе, хватает АУЕшек. По единице, три, значит, как его, что еще? Ошалевший подрывник. Привет, Равлик. Стартовых демонов у меня немного. Да, наверное, командир авангарда. Искаженный берсек, потому что, в принципе, тройку, четверку у меня вообще нету. Да, один Dark Iron Dwarf, но он тоже такой. Для занятия стола четверка. Оскорненный исцелятор, единственный выбор. Ну, хорошо. Да, вот это кривая. Такой кривой, ну, я не знаю. Не помню, чтобы такая кривая была. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В принципе, ладно, немного, но достаточно стартовых карт. Некоторые, конечно, слабоваты. Но ничего страшного. Очень хорошие у меня тройки. Проблемы с четверками, но есть АОЕ неплохо. И у меня сильный лейт. То есть, табаться до горного великана, возможно, мы будем. Да, такой получается чисто хендлок версии арены. Я не думаю, что я сделаю слишком много побед, потому что, опять же, хендлок на... Я бы даже хендлоком не рискнул на арену пойти. Ну, то есть, это не 100% 12. Поэтому я скажу, что, наверное, побед 7-8 сделает эта арена. А, это колода.